Мещерская кладовочка – сеть магазинов овощей и ягод из Рязанской области. Торговые точки у Круиза и Премьера можно увидеть издалека. Главное отличие от остальных – соломенная крыша и деревенский стиль. В этом году нас очень радует урожаем черешни, Краснодарский край и Крым. Надежные поставщики, садоводческие товарищества с проверенными сортами Ярославна, Валерий Чкалов сейчас просто заполонили наш рынок. Цена достаточно низкая, то есть рязанцы, я думаю, могут вдоволь покушать черешни по доступным ценам. В Мещерской кладовочке сейчас очень много тамбовской клубники. Тамбовская область – одна из лидеров, наверное, средней полосы по выращиванию клубники. Она у них очень сладкая, очень разнообразная. Сорта разные, все вкусные, качество великолепное. Ягода напрямую поступает в Рязань из фермерских хозяйств Тамбовской области. Собирают ее вручную, непосредственно перед отправкой, чтобы не повредить нежные ягоды и в полной мере сохранить яркий вкус. Кстати, эту ягоду и любую другую в Рязань доставляют ежедневно в специальных машинах, рефрижераторах. Также в Мещерской кладовочке в этом сезоне можно приобрести крымскую черешню, которая радует покупателей неповторимым вкусом. Сейчас на Крымском полуострове самый разгар уборочной кампании. Кстати, в этом году Мещерская кладовочка отказалась от пластиковых контейнеров. Покупателям предлагают приобрести вкусные и свежие ягоды в берестяных лукошках. Еще у нас много ростовских помидоров, которые тоже такой своеобразный бренд России. Луховицкие огурцы. Рязанцы распробовали, наконец-то, наши российские овощи и фрукты. Активно покупают, активно приходят к нам именно за российскими производителями, за нашей отечественной продукцией. Мы и оптом продаем это на овощной базе, и на наших розничных точках вы, в принципе, тоже можете купить по оптовой цене, потому что цену для рязанцев мы стараемся поддерживать доступную. Помимо тамбовской клубники, а также крымской черешни, в Мещерской кладовочке есть в продаже овощи и фрукты от российских фермеров. Луховицкие огурцы и ростовские помидоры уже заслужили доверие у покупателей. Сейчас южные регионы России полностью обеспечивают наши прилавки фруктами и овощами. Компания «Мещерская кладовочка» на рязанском рынке несколько лет. Ассортимент «Мещерской кладовочки» постоянно расширяется сезонными товарами. На прилавке по мере созревания появляется черника, малина, смородина и, конечно, грибы. Приобрести свежие, натуральные и вкусные овощи можно ежедневно с 9 утра до 8 часов вечера. Торговые палатки ждут вас сбоку у торгового центра «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер». Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».